продолжение следует. Это сейчас шторы будем упаковывать. Шторки. Тюль. Тюлины я показывала, кто не видел. Шторка на кухне. У меня уже тут, по-моему, достаточно. А это что? А, вот еще. А, это шторы. Это шторы. Так. Это две шторы. И сюда ее. И еще что-то у меня тут. А это что? А, это шторка в детскую. Шторы в детскую. Да, пойдем. Что-то я не знаю. Сюда. Сюда. Я шторм к шторм будет. Не лазить по пакетам. Все, шторы к шторам упаковала. Тюлик к тюлям упаковала. Чемоданы собираю. Сейчас постельку буду складывать. У меня тоже все. Давай, Максутка. Продолжение следует. Мы выдохнули. Нашли мешок вот такой. Да. Собираю, мам, мешаю. Постельку буду складывать. Вот. Мешок порванный. Ой. Будем складываться. Что делать? Да. Оп. Да. А собираю, мам, мешаю. Хватит. Мешаю. Поддакивать. Да, 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 да. Я устала от тебя. Ядрёна, тебе батон. По три штуки положила, уже тяжело. Да. Сабрина, иди сюда. Сабрина, иди сюда. Сабрина, а мешков будет. Сабрина, штук иди 6. Сюда. Ставь табуретку, достань мне все полотенца новые есть. С верхней полки, пожалуйста. Я тебе постельное белье вот такое отдам. Со сердечками. Красивая? Нет, босса. Что, недовольная какая? Тогда не дам. Да. Да, вот забираю мешаю. Я не знаю, как это будет переть. Через Свету надо звать. Ну, подожди, не торопись! Шустрая! Вот красивая. Это мое. С бабочками. Это мое. С бабушками. Офигеть. Давай, Сабрин. Да, я убираю, он опять ставит. Да вы что? Я псих. Блины-то хоть со стола бы убрали. Да есть не могут. Давай, сам солнце мое. Ух ты, ёпара, состоял. Да. Вот и все с катертью. Как все на столе, вот все мешается мне. Так, вот это мне не надо, девочки. Я хочу кому-нибудь вот это подарить. Это, по-моему, для лялек. Что-то вот такое. Вот, на резинке. Она новая. Такая штучка. Я не знаю, что это. Если бы я знала, что это такое, я бы вам сказала бы, что это такое. И варежечка вот такая. Вот. Могу кому-то подарить. От Иринки. А вот еще что-то.
А еще вот колпак этот же, вот. Видите колпачок? Да. Да. Соображать надо. Давай. Уйди, пожалуйста, на диван. Все там, ящик пустой? Все? Да, пока. Маленький сначала сложу. Вот так. Потом большие. Будем упаковывать. Целый пакет. И это надо будет на четвертый этаж тащить. Два. Один, два. Вот Максуду, по-моему, оценишь. Да, вот Максудику. Со звездочкой. Это ночнушка вообще. Ой, ладно, вот этого достаточно, наверное, я, потому что это никак не уволоку. Сейчас шубу надо кормить. Я вам показывала, нет? А меня? Два пакета этих, как они называются? Два пакета косметики только. Один, два. Один, восемь, два косметики. Зарин, хватит! Шла еще за одним мешком. Я нашла вот такой мешок. Да. Ну, что там ухватили место. Вот, собой. Ну, он плотный. Такой. Плотный. Да, маленький. Уйди, а Вася, еще ты в пакет сейчас залезешь ко мне. Да. Да, еще будем его носить. Ой, ой. Домой. Ой, ой. Вот тебе и будет ой. Ой. Баска, дырка небольшая, надо и немного сюда ложить. Баска, Максут, хватит! На нервах играть. И так, как это, блин. Стоит над душой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я и так крыша едет уже. Ладно. Я в мешок тоже сейчас упакую. Да. А, это прихваточка. Полотенце. Пошла еще с того шифонера. Это кто чем занимается в перерыв? Поварешки в ход пошли. Телевизор рядом, аккуратнее. Мадам, этот, как тебя там назвать-то, называется? Тут стоит человек, который шмыгает и наяривает вот эту вкуснятину ложкой. Это не твое. Этот человек сидит около зарядки на стуле. Вот. Это Зарина. Это Зарина ее зовут, да. А тебя как зовут? Максим, я зазаю. Дверь тоже сломал он. Довольный ходит он. Че, говорит, еще мне переломать? Видите, говорит, сейчас опять что-нибудь долбанет. Они меня утерут, а я вот так. А думаешь, так разве можно? Вот так. Разве так можно? Ребенок. Положение следует. Как же я устал. Какие тапочки? Да. Это тоже заначка? Да, заначка. У меня еще этот есть. Да. Желтый пеньюар. Я буду в тапочках в желтом. Да. И
тоже лежали? До лучших времен, девочки. Я еще шоколадку сейчас им нашла. Еще шоколадку им нашла в заначке. Да блин, я не знаю, вообще меня вот это что-то прям бесит. Со всех сторон прыгают, скочут, блин. Та лысая вообще, куда тебя деть, блин? Надоело от реально. Да. Лысина. Да, Мия заебала. Это что? Мия намесает. Это что за слова? Это... Только что я услышала. Мия намесает. А Машка сюда скоро заест. И не заест. Тетя Света, я вас жду. Еще один перепрыгнул. Да. Это я показывала тоже, да, красивые. Да, Машка намесает. Да. Тетя Свет, приходите ко мне. Да. Пожалуйста. Все вещи нам... Скажи, что... Ой, Васка. Ты можешь здесь оставить, что ли? На-на-на, Васка, держи. Я проверяю, тяжело нет совсем уж, чтоб не совсем уж тяжело было. Ох ты, ёпарасоте. Что с оленями здесь у меня есть? А у подушечки, по-моему. Хватит. Вот Васька. Это только Василёк был у меня. Вот Васька. Там еще уже собрано штук 5. Василька. Ах ты, ёпара. Пошла еще за пакетом. Продолжение следует. Это я. Еще что-то переволокла. Приду, вывалю вот так вот всю комнату, кучу, и буду сортировать обратно. Да, куча. Неделю. Куча мешалка. Тапочки туда же сейчас засуну. Да. Я в шоке, в полном. Да. Ну, Ирина запаслась. А сама не рада. И опять. Планируешь, что не надо выбирать? Два. Покупать. Два. Еще. Приедет. Это же кошмар. Да, как был у нас в доме. И все мне мало. Я еще заказала. Да. Да, вот коты. Потом ты жалуюсь, да? Скатерть красивая есть. Да. Это что-то с оленями. Скатерть с оленями. Носовые платочки. Пледик небольшой. Собак надо сходить покормить. Ах, это что? О, комплект. Шторы тоже, шторы какие-то. Здесь шторы. Так, это что? Тоже шторы какие-то. Я уже ничего все вообще не помню. Это что за ночнушка? Я не знаю. А, это наволочка с замком. Наволочка. На замке наволочка. Да. Классная, кстати. На замке наволочка. Офигенная. Да. Про плед я тогда рассказывала, офигенный. Покрывала. Ха!
Выйдите, что ли, попросить захалтурить. Пускай перетащит его. Покрывало, покрывало. Я другой расцветки маленько. Покрывало. Я вот оттуда довезла до подъезда, а поднимать вы их попросила за халтуру. В принципе-то. Можно же так сделать. Что, я это буду сама таскать, что ли? Что, родила, что ли? Поставь. Мне не надо это. Только надо как-то это на скотч завязать сейчас будет. Ладно, сначала пока упаковываю. Потом завязывать начну. Ну, сегодня нет, это тогда пускай до завтра все стоит. А завтра я пойду туда. Пошла опять за мешком я. Пошла искать мешок. Есть мне это носки. Это носочки. Сейчас я оставлю. Ох, какие красивые. Я рада. Да. И вообще, особенно нам мешает. Хватит! Кто это тебе мешает? Особенно мне. Я тебя ставлю. Приндец, короче. Сюда. Эти шторы я не буду брать. Это тоже шторы, что ли? Комплект шторы. Не буду брать. Вот это я положила, это я положила. Две коробки этого. Вот это. Радио. Я тоже забираю. Да, это мягло. А это будильник. Это мягло. Это будильник. Да что это? Хватит. Ничего не знаю. Что такое? Я вообще ничего не знаю. Техничка работает. Так, что еще надо было? Ничего. Вот. Вот собака сейчас минутку. Нет, собака. Да. Собачка. Вот. Плед собака тоже заберем. Чуть-чуть надо сюда засунуть. У нас угол вот будет. А, мыло, мыло сейчас. Моя есть. Мама, моя уже. Да, отойди, да. Моя уже есть. Вот. Красота. Кружка. Показывала я уже, да? Тоже бутерброд. Бутербродики здесь всякие у меня. Мыло. Ну, это потом когда-нибудь покажу. Первый сейчас показываю. Все, Максут! Ля-л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 я. Блин, честно, надоели. Ой, иди спать все. Нахер. Надо есть. Сюда. Вот. Господи ты, боже мой! Да, много пакетов. Я пойду за пакетом. И моя рожа здесь. Хлопоты, но они приятные. Жрать хочу, девочки, правда. Очень сильно есть хочу. Я вчера уработалась. Упахалась. Жрать охота. По полной катушке.
спать легла. Жрать охота. Но я себя пересилила, я не стала есть. Мне буркало все в животе. Бур-бур-бур-бур-бур-бур. Дай пожрать, да, дай пожрать. Хватит, говорю, спать ложись. Дай пожрать, да, дай пожрать. Дождалась. Хочу не заснуть. Знаешь, что у тебя там курица лежит в холодильнике, ждет тебя. И никакого сна. Вроде так повернешься. Вроде так. И никакого. Сейчас Сабрину дождусь. Со школы. Позвоню тете Свете. Мы с тетей Светой. Да, всю тащим. Что я насобирала? А еще надо будет сегодня собирать. Надоело. Надоело. На, платочек купи. На башку. Какой-нибудь. Что-то я наделась уже. Очень. Кто вчера был на прямом эфире у меня? Всем спасибо. И нашим, и вашим спасибо, девочки. Вчера в Инстаграм хотела выйти, ни хрена не выходила. Не смогла выйти. Сегодня встала, он опять вылетел. Переключила опять. Нет, некоторые люди-то ведут. Вижу же, примухи. Я только зайду и зависла. Я же говорю, я особенная. Что подумал? Особенная вот зараза. Три яйца. Макароны. Три курицы, по-моему. Да. Вот третья. Там четвертую выбросил, когда грела. Еще ела. Холодный. Сейчас еще кофейку деревню. Попью.
Все. Я наелась. На, пойти масло купи. Гречи, тушенки, рису. Надо все немножечко прикупить. Или запас сделать надо. А у кого выпал снег не по сезону, не по сезону, промывайте шары. Глазки свои отковыривайте. Первый раз я, говорит, вижу, что она, говорит, масло купила. Хреново смотришь. Значит, снег, говорит, выпадет. О, господи. Блины забыли вчера убрать. Рафаэлу раздавили. Посуда грязная. Целая раковина вон стоит. Сковородок. Давай быстрее, быстрее. На, мне горячий. Так сойдет. Две-то капли. А где я? Грохнусь. С соплями с такими ходят. Шмык-шмык-шмык-шмык. Как хорош шмыгать-то. Зашмыгивай, говорю, этими каплями. Вот. Оп. Быстрее бы этот садик уже закончился. Ну вот, прекрасненько. Сейчас у меня откроются глаза. Я и фрукты редко покупаю. Рыбу редко покупаю. Вообще продукты редко беру. Вот. Извините, что я еще... Посрать не показала. Конкретно. А то я смотрю, вам все надо показывать и дословно. От нуля до конца. Такие тимеры, как это написала малолетняя. С ребенком надо не только о школе разговаривать, я ей ответила. Она увидела 15.3 этого. Я не знаю. Пш! Убери! Я обо всем с ней разговариваю. Вот вообще обо всем. Она доверяет она мне. Все рассказывает. Так и должно быть. А я считаю, если ребенок приходит со школы, надо в первую очередь спросить, как дела у ребенка в школе. Угу. А я, говорит, дневники РУ оценки смотрю, не спрашиваю. Дневник РУ бывает тормозит. Бывает, учитель не сразу оценки выставляет моментально. Бывает, у нас даже через сутки где-то бывает. Программа не ловит. Вот. Где-то другую проверочную работу, может, учитель просмотрел, еще не поставил, потом поставил или поставил. Тут не вылезло еще. Всякое же бывает. Надо спросить у ребенка. Я считаю. Наверное. Потом посмотреть-то недолго. Или она должна прийти, чемодан закинуть, и не здрасте, и не до свидосы, мать ничего не спросила, да? Хреновато, значит, это так.
У меня нет слов. Ребенка забираю из садика, тоже спрашиваю, как дела в садике? Или не надо? Идиот, кусок. Маразм неизлечим. Весна действует на всех по-разному. Фашисты. Еще и в интернете. Вот. Я сколько раз их называла фашистами. Вот этих вот всех пердаков. Вот эти вот все пердаки, которые себе отсиживают на диванах. Фашисты. Реальные. Только интернетовские. Соцсетильные. Соцсетильные. Пердаки. Фашисты. Я всю жизнь об этом говорила. Прямо. Так оно и есть. Я вчера вас нахер послала прямым текстом. С открытым своим лицом. Не прятаясь ни за какое лицо чужое. И буду посылать всегда. Жопу никогда не лизала никому. Кто обзывается, сам на себя и называется. Поняли? Курицы. Так что помалкивайте, пока смотрите меня. Понятно? Смотрите и помалкивайте нахер. Или не смотрите вообще. А раз смотрите, вякаете, значит, я вам интересна. И вы меня будете обсуждать. Какая бы я бы ни была. Обсуждение... Ты что у меня за сопля? Если о тебе говорят, значит, ты интересна. Я волную вас. Я сегодня что-то такая опять злая, да, с утра? Корова. Ничего бывает иногда. Я сегодня не с той ноги встала. Просто у меня дела предстоят такие. Вообще, мне никто комментарий, эти комплименты мне не делает. Ни один мне комплимент не хочет написать. Все такие скупые, как будто 5 рублей хотят у меня отдать. Мне не надо ничего. Просто хотя бы один маленький комплимент. Скажите. Пожалуйста. Не поскупитесь. А? Сказали бы, Иринушка, как ты сегодня хорошо выглядишь. Золото ты наше прекрасное. Мне же очень... Да вас иди! Мне же будет приятно. Я вам скажу. Взаимно, девочки. Прекрасные красавицы. Траливаси, тра-та-та. Так? Так. А вы боитесь? Стесняетесь? О, на улице как хорошо. У меня тоже сопли появились, кстати. Время у нас получает... температура у нас получается. Хрен его знает сколько, если вниз смотреть. От нуля. Значит, 6. Или 5. Ты моя хорошая. Тра-та-та, тра-та-та. Уже сейчас я вам принесу мои сладкие. Ладно, пошла.